С вами Тася. Сегодня мы будем учить танец зажигательных девочек из Мамаму. Хип! Надевайте удобную одежду, кроссовочки и погнали! Начнем учить с предприпевной части, она достаточно легкая, и сам припев, в принципе, тоже легкий. Поэтому предлагаю встать удобненько. Первое движение мы стоим и делаем на фэшн немножечко затяжечкой движение. Это может быть любая поза, я делаю позу за мунбе. Мы с вами сделали это движение, после чего мы встаем на левую ножку, правую ножку подставляем. При этом левая рука у нас находится в свободном положении, а правая делает пших. Мы с вами поставили ручку, ножку. После этого правую ножку мы отставляем таким образом. При этом наш корпус поворачивается влево по диагонали. Ручки у нас вот так вот находятся. Мы отвернулись. Повернулись. Когда мы поворачиваемся, нас с вами ждет экшен. Он у нас должен быть таким котоподобным немножечко. Итак, отвернулись, повернулись, экшен. После экшена у нас с вами правая ножка отступает, ножки на ширине плеч. При этом в момент, когда ножка у нас отступает, у нас с вами появляются два указательных пальчика, которые немножечко сходятся. Они пружинят, отходят и потом делают ми. То есть на себя мы показываем ми. Дальше мы опускаемся с нашими замечательными указательными пальчиками. Мы делаем ми на себя, после чего у нас ножки с вами сходятся. Левая немножечко на носочке. Ручки встают красиво. И мы с вами сейчас будем хорошо, интересно шагать. Это у нас получается close, close, close. У нас идет акцент на то, когда мы уже с вами наступили, мы немножечко грудь приоткрываем. Приоткрываем ручки, тоже приоткрываем, закрываем. Приоткрываем, закрываем. Приоткрываем, закрываем. Хочется сделать четвертый шаг, но четвертый шаг он у нас делается в сторону правой ножкой. При этом ручки мы складываем красиво перед собой. Здесь представьте, что мы с вами держим маску, но не такую, которую мы привыкли сейчас носить в метро, а красивую карнавальную. И мы ее снимаем. Это два разных движения. После этого начинается сам припев, конечно же. Первое самое движение в припеве — это дыщ. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь мы можем с вами делать любые позы. Самое главное, чтобы первая была голова, потом у нас плечики, а потом у нас абсолютно любая поза. После того, как мы сделали с вами третью позу, то есть мы сделали с вами раз, два, три, мы с вами прыгаем на правую ногу, делаем себе подсечку на левую. То есть мы сделали раз с вами. При этом наши ручки... Левая у нас находится вдоль туловища, а правая мы делаем вот так. Мы в очередной раз протягиваем кому-то маску. То есть у нас получается раз. После этого ножка у нас идет на носочки. Обратите внимание, чтобы было удобно делать движение. Сначала в диагональ и потом прямо. Ручки у нас в этот момент делают раз. Первый раз быстро, второй раз подольше. Так, еще раз, отсюда давайте попробуем. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мы пришли, ножку ставим спокойно на место. При этом левая ручка у нас за что-то хватается перед собой. И у нас сейчас будет очень быстрое движение, немного по точкам. У нас с вами получается раз, коленочки идут внутрь. Два, коленочки идут наружу. Три, чуть-чуть привстали, и четыре, масочка опять на нас. И мы ее опять красиво снимаем. Пробуем вместе. Обратите внимание на то, что у нас коленочки идут внутрь, наружу,
И мы встали, выпрямились. Теперь обратите внимание, низко, низко, привстали, выпрямились полностью. При этом ножки у нас на носочках делают раз, два, три, четыре. И если соединять быстро, это получается следующим образом. И раз, два, три, четыре. Итак, мы с вами сняли масочку. И делаем с такой легкой полуволной шаг влево. Раз, поставили. Вправо, поставили. Ручки у нас свободные, но при этом постарайтесь сделать максимально надменный взгляд, чтобы было видно, что я здесь королева. Мы с вами сделали второй шаг, закончили, и теперь мы с вами переходим к следующему движению. Ручки перед собой разъехались, давайте поэкспериментируем. Раз, хоп, два, хоп. У нас будет с вами раз, два. Ножки при этом у нас пяточка, носочек. Обратите внимание, что у нас левая на пяточке, правая у нас на носочке. Поворачиваемся и меняем. У нас уже правая на пяточке, левая на носочке. Итак, пробуем соединить вместе с нашими красивыми ручками. То есть мы с вами сделали шаги. Давайте шаг влево и раз, хоп, два, хоп. Обратите внимание, что когда мы с вами шагаем, очень классно делать это движение с волосами, с головой, с махом немножечко. То есть не просто волна, но немножечко еще и волосы идут. То есть это раз, хоп, два, хоп. После этого мы с вами включаем вот это наше движение. Пробуем и раз, два. Сели. Сели. Ручки на коленочки и красиво встаем, не стесняемся себя немножечко погладить. При этом ручки приходят на талию. И мы с вами делаем несколько, скажем так, движений грудью. Мы сначала грудь проваливаем внутрь, потом наружу, внутрь. И приходим к нашей масочке. Если делать быстро, это получается так. 3-4. Раз, два, хоп. Хоп. И после этого у нас остается буквально одно движение, оно самое мега сложное однозначно. Мы с вами прыгаем на правую ножку, левую поднимаем. При этом ручки мы складываем сюда, голову опускаем. И когда мы голову поднимаем вместе с правой ручкой, у нас встает нога. Ручки у нас просто красивые, которые все еще держат масочку в руке. Ну и по сути вот и все. Вот весь припев, давайте попробуем собрать его под счет, а потом еще станцевать. Начинаем сначала с фэшена, приготовились 3-4, фэшн. Дальше мы с вами подставляем ножечку, отставляем правую, поворачиваемся налево, делаем экшен. Приготовились 3, пау, экшен. Мы с вами делаем тыщ, 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 тыщ. И приходим. Приготовились, идем. 3-4. И раз. И два. И три. Встали, масочку сняли. И у нас с вами начинается основной припев. Первое самое движение постарайтесь сделать с акцентом, как будто вы стукнулись. Акцент больше идет наверх. Вот здесь очень мало амплитуд. То есть тыщ. Тынь. 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 И голова, плечи, поза. Приготовили, сейчас будем спрыгивать. Хоп. 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 Поставили ручку. Я напоминаю, что у нас будет сейчас это движение, и ножки у нас изначально идут внутрь. Раз, два, три, четыре. Масочка. Сняли. После этого налево. И хоп, и хоп, и. Приготовили ручки. Раз, два, упали, встали и тыщ, 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 оу. И ручки опустились, голова. Отлично, мы с вами готовы. Давайте попробуем теперь под медленную музычку, наверное, под 0,75. Приготовились, у нас получится все.
Давайте теперь попробуем потанцевать под скорость оригинальную. Надеюсь, у нас у всех все получится. Самое главное, друзья мои, соберитесь. Большое вам всем спасибо сегодня за занятие. Надеюсь, что танец у вас получится гораздо лучше, чем у меня, например, или даже у Риты. Да, аплодисменты Рите, моей помощнице вечной. Большое спасибо за то, что были сегодня с нами. До встречи в новых видео и ни в коем случае, друзья мои, не болейте. Саранте!